Мир всем, я сейчас в город собираюсь. Надо что-то купить в магазине, что-то продать. У нас там козлят заказали, козочку еще. А нам нужно купить козленка. У нас был старый козел, нужно кровь обновить в нашем хозяйстве. Потому что там от него, ну, детишки остались, чтобы смешения не было. Вот. Вы на канале «Хозяйство Устиновых». Подписывайтесь, ставьте «нравится», нажимайте на колокольчик, а я начинаю собираться. Ангелина, поможешь мне, да? Написала уже список? Ну, я тебе все написала. Вот. Заказали молоко у нас, повезешь. Вот это вот литровый, это гостинчик, там я в списке посмотришь. И яйца. Вот, 20 на продажу. Ага. Значит, вот по списку тут все. Козленка одного в Барнаул отвезешь. Козочку сейчас в Ребриху заберут у тебя. Так, значит, соседка тут тебе принесла список. То, говорит, кушать нечего, тоже, говорит, купите там деньги, вот они возьмешь. И нам список. Значит, купить надо спички, соль, порох, дробь, свечки. Ну и керосина немного купишь. Вот, ничего не забудь. Так, понятно. Козлика. Ну, это все продам. Все, телефоны, да? Ты тут мед еще написала, да? Это в Питер, получается. Четыре трехлитровых ведерка. Все. Знаешь что, я только, знаешь, что думаю, единственное. Хватит ли нет нам на козлика? Это тоже надо убрать. Потому что, смотри, мне же еще на бензин надо. Получается... яйца по 100 рублей, по 110 рублей, 2 десятка, это что, 220, это по 200 рублей полторашка козьего молока, 400, 620, да, а козлика, по-моему, там, это, ну не по-моему, а как, 1000, да, договорились мы, то есть еще не хватает, откуда нам деньги взять еще? Ну вот, все тебе сложу сейчас. Ну, я даже не знаю, немножко не хватает на козленка-то, что на бензин 2000 еще у тебя уйдет, как обычно. Ну, придется, наверное, еще где-то деньги поискать. Ты там поскреби у себя на криптовалютных своих кошельках. Ну, не знаю, посмотрю сейчас, сейчас посмотрю, может быть, там что-то есть. Ну, ты знаешь, вот это все, что там есть. Я не знаю, сколько это сатошей. Вот, это, короче, 6 получается, 6 десятитысячных биткоина. Вот. Не знаю, это 1000-2, я думаю, что должно хватить. Обменяем там, короче. И платят, наверное, на казан. Благословился, пошел, сейчас клетку вытащу. Вон такие громкие возгласы, ешь как город хотят ехать. Оп, опять наша клеточка знаменитая. Вот такие козлики у нас. Вот сейчас он поедет у нас в город. Таких козликов, сколько ему еще месяца нету, мы по 1000 рублей продаем. Да, сынок? Оп. Ну, а те, которые постарше, уже, понятно, подороже. Вот, а это козочка у нас. Вот такая хорошая, еще будущая мамка. Ну, паря, ты не один поедешь, держи подругу тебе.
это, чтобы их не продуло. Специальная штука. Ну, этот куртка. В общем, потом в машину ее положим. На нее. Все проверяют, ваши или не ваши, но это не ваши. Это других козочек, ребятишки. Ну все, с Богом, приезжайте. Аккуратно там везде на дороге. Давай. Да, вот ехали, короче, это получилось так, трясло в сумке, все, яйца все разбились. Да назад, вот. Назад, да. Короче, положим. И весь бизнес маленько потерпел урон. Весь бизнес чуть не пошел крахом. Акции, естественно, сразу упали, вы еще не успели доехать, уже звонят, говорят, все. Да, вот так вот, ладно. Давай. Голодный такой козлик. Как вы добрались? Такой ветер сегодня. Ну надо же. Прямо все сносит. Хороший козлик. Красивый. Говорят, мамка твоя 5 литров давала. Ох, и будут хорошие у нас детки. Такой ушастик прям вообще интересный. Голодный. Холодный не стал кушать. Только вот подогрело молоко. И стал кушать. Вот такой мне идет молочко. Такой мне нравится. Да, молодец. Ты тут у нас переночуешь, тут тепло. А потом пойдешь к своим, наверное. А может, ты тут поживешь сколько-нибудь. Да так, кушаем хорошо. Так хорошо кушаем. Вот так вот. Вот что-то даже не доел, смотри, маленький. Все, пошел, наелся. Тут лен у нас покушай. Это правда. Да. Еще будешь доедать? Давай, давай. Доедай, все тебе нагрели. За собой все доедать надо. Все съел. Все, тетя, молодец. Ну как мы его назовем? Ну вот такой ушастик. Фу, ну слава богу, съездил я. Живой, здоровый, вернулся хорошо. Вот, правда, я говорю, сейчас это ветер такой страшный прям. Там на трассе аж сносит. Вот. Все, приехал я. Пока, значит, превращал этот криптовалютный воздух в бумагу. В итоге там, ну, всякие комиссии там. Получилось там 2000, по-моему, 189 рублей, что ли. Вот как раз, собственно, и хватило на этого, на козленка. И там еще на 1000 купил корма. Вот. Значит... Что я хочу сказать, что пока есть возможность такая, то есть я вкладываюсь в реальный сектор экономики. Вот. Чем мне эти там воздушные деньги криптовалютные? Вот
взял оттуда его, значит, и переконвертировал в настоящее. То, что можно покушать, там, подоить и так далее. Вот. Дай бог, чтобы он у нас... Это у нас будущий продолжитель рода. Вот. У него матушка хорошая, говорят, была. Много давал. Надеюсь, что от него будут потомство хорошее. Вот. Ну что, а как его назовем? Знамо дело. Назовем его биточек. Так называют биткоин. Уменьшительно, ласкательно. Вот. Вот. Первая криптовалютная скотина. Ну все, желаю всем успехов и благ, в первую очередь небесных и земных, конечно же. До новых встреч в новом видео. Ну, биточек дай. Ноги разъезжаются. Надо я как-то оттуда, чтобы... Ой, не, далеко ушел. Давай сейчас я его сюда. Он в зеркало смотрится. Ему тут нравится. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.